пожалуйста, вот она у нас подписана. Республиканский план по развитию конкуренции в Минэкономике Мордовии начали готовить сразу после президентского госсовета. Внутри многостраничного документа по шагам прописано, как Мордовия будет избавляться от доминирующей роли государства и пускать малый и средний бизнес туда, где раньше и духу его не было. Этот документ – одна из первых региональных программ в России. Поэтому в Саранск на премьеру приехал заместитель руководителя федеральной службы. Сама по себе конкуренция не является самоцелью. Целями государственной политики по развитию конкуренции является повышение удовлетворенности наших граждан. Они должны получать качественные товары по справедливой цене. Федеральная антимонопольная служба оценила конкуренцию на рынках товаров и услуг региона. Есть из чего выбрать в Мордовии: в секторе услуг связи, доступа к сети интернет, детских кружков, а еще такси. Много соперников на рынке продуктов питания, лекарств и фермерской продукции. Но есть проблемы с выбором детского отдыха и оздоровления, коммунальных услуг и помощи инвалидам. Учтите, что у нас в национальных проектах, значит, по предпринимательству есть конкретные цифры, поставленные президентом страны. И он для нас является одним из наиболее важных, потому что там у нас и трудных в национальных проектах. Это очень важно. Здесь же Владимир Волков призвал жителей региона принять участие в российском конкурсе управленцев «Лидеры России». Сегодня, пользуясь случаем, я хотел бы призвать всех жителей Мордовии принять участие в главном кадровом конкурсе страны, в конкурсе «Лидеры России». На прошлом конкурсе мы принимали самые активные участия, дошли до финалов. Конкурс «Лидеры России» – это отличная возможность повысить управленческие компетенции региональных лидеров, найти новые кадры, обеспечить приток свежих идей и молодых лиц во все сферы государственного управления, науки и бизнеса. Юлия Пурнова, Игорь Гангаев, наши новости.